Караганде горел торговый комплекс «Самал». Крупное ЧП произошло в минувшие выходные 7 апреля. С огнем боролись несколько часов. В итоге сгорели несколько бутиков на втором этаже торгового дома. Сейчас предприниматели подсчитывают убытки. Между тем, спасатели присвоили пожару самый высокий ранг сложности. Предположительно, очаг пожара находился под крышей здания. За несколько минут огонь распространился на площади почти 2000 квадратных метров. В момент пожара из здания были эвакуированы 15 продавцов бутиков. Пламя тушили 25 единиц техники. Жертвы пострадавших удалось избежать. Тушение пожара осложнялось той обстановкой, которая, значит, как вы знаете, складывается вот на таких крупных объектах. То есть это высокая горючая загрузка самого торгового центра. Значит, работа на высоте, значит, горела кровля здания. Площадь самого здания по периметру более 4000 метров квадратных. Огнем повреждено порядка 1900 метров квадратных кровли. Кроме этого, пострадало 4 бутика. Значит, были там сквозные прогары в перекрытии. То есть бетон от воздействия высокой температуры имел сквозные повреждения, в результате чего, значит, огонь попал, значит, и в бутики. У нас 4 бутика повреждено в результате пожара. И площадь, как я уже сказал, на кровле, вернее, на площади 1900 метров квадратных. К слову, в прошлом году в торговом комплексе «Самал» была проведена внеплановая проверка. Здание было оборудовано противопожарной сигнализацией, но она не сработала. На данный момент сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям устанавливают причины пожара. При этом рассматриваются все версии возникновения возгорания. Нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, поджог. Мирамгуль Салкимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.